который раз игра предупреждает, курить ни в коем случае нельзя. И раком легких вновь меня пугает, мне силу просвещения неся. Получатель по капле никотина, историю я помню на зубок, как непарнокопытная скотина издохла от конвульсии жёг. Прежнее превышение скорости, потребность вмешаться в кинопроцесс, это вообще не слышно. Люди разбрасываются деньгами, поправляли, но что-то местное место живут. Я никотин почти возненавидел, его вину в трагедии признав. Пусть труб кобылы той никто не видел, я верю, мне не врет, а не Минздрав. За мной по утверждению Минздрава охотится предательский инфаркт, поскольку это гнусная отрава воздействует на нежный миокард. Я Мориса Филиппа презираю за то, что никотин возьмет он в культ. Мой мозг разбить готов, я знаю, Кондрашка по-научному инсульт. Я с раком легких был готов смириться, инфаркт с инсультом смог бы пережить. Но если импотенция случится, то лучше меня сразу души. Но со мной никогда раньше такого не было. Если честно, со мной тоже такое впервые. Я же Николай Басков. На меня равняются миллионы мужчин. Не переживай, на тебя все равно будут равняться миллионы таких же, как ты, мужчин. Задел Минздрав ответственные но струны почему? Мужского самолюбия во мне. И я готов сказать с любой трибуны, я верить не хочу такой херне. Сижу в халате, в тапочках домашних, сигарой настроение поднял. Я готов плевать с Пизанской башни на эти байки и на сам Минздрав. Запас словарный мне не позволяет придамок все, что думаю, сказать. Но сам Минздрав уже на дне.